Северный штат первым в Америке встречает рассвет, и местные жители клянутся, что в какой бы точке штата вы его ни встретили, это лучшие рассветы на Земле. Мы, повторяя традицию индейцев у Абанаки, людей рассвета, встретили его на вершине горы Кадиллак. Как видите, несмотря на ранний час и холод, тут довольно людно. Отсюда видно побережье Атлантического океана с островами Дикобраза и Клюквенными островами. А еще с голой гранитной вершины открывается потрясающий вид на национальный парк Акадия. Новая Англия – регион на северо-востоке США, в который входят 6 штатов – Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт. При этом территория штата Мэн больше, чем совокупная территория 5 других штатов Новой Англии. У этого штата самое короткое название. Здесь расположена одна из самых маленьких столиц США. И самая необычная пустыня в мире – 16 гектаров песка посреди леса. Это фермеры перестарались. У Мэна есть даже собственная порода котов – мейн-кун, мэнский енот. Это самая крупная порода котов с пушистой шерстью, замечательно приспособленной для холодных зим. А еще Мэн славится идеальными открыточными видами, особенно осенью. процентов территории штата занимает лес. Мэн прозван сосновым штатом, но в национальном парке Акадия растут не только сосны. Здесь есть березы, дубы, ясени. В Акадии многое свидетельствует о былом господстве ледников. Узкие озера, вот такие сглаженные гранитные плиты и обкатанные валуны, которые тут ласково прозвали «баблз» – мыльные пузыри. Этот пузырь весом в несколько тонн был доставлен сюда ледником, преодолев расстояние примерно в 30 километров. Десятки тысяч лет он ждет своего Сизифа на утесе горы Саут-Баблз. Акадия была местом летнего отдыха баронов-разбойников, так называли американских предпринимателей в конце 19 века. До появления кондиционеров воздуха Рокфеллеры, Морганы, Форды, Вандербильды, Карнеги уезжали от жары в летние усадьбы в прохладный Мэн. Эти бизнесмены прославились жесткой манерой ведения дел, но именно они пожертвовали свои частные земли на создание этого заповедника, открытого для всех желающих. Стандартный маршрут в Акадии по кольцевой дороге, которая была построена в 30-е годы 20 века на деньги Джона Рокфеллера-младшего, включая вот эти симпатичные каменные мостики и неасфальтированные дороги для повозок. Кстати, традиции проводить лето в Мэне придерживались не только бизнесмены. Это место называют участком Буша или точкой Уокера. Дом был построен дедушкой президента Джорджа Буша-старшего, и семья Бушей проводила здесь по несколько месяцев в году, с середины мая по середину октября. Когда рядом с флагом США развивается флаг Техаса, это означает, что кто-то из семьи Бушей находится в летней резиденции. Когда Буш-старший был избран президентом в 1988 году, это место практически стало летним Белым домом. Сюда приезжали Михаил Горбачев, Маргарет Тэтчер, Ицхак Рабин, а к Бушу-младшему Владимир Путин. Именно в этом доме Буш-старший узнал по телефону от Михаила Горбачева об окончании попытки переворота 21 августа 1991 года. Секретная служба, конечно, не пустит вас посмотреть близко на этот дом, но на него вполне можно посмотреть издалека, со стороны океана. А вот место отдыха другого президента США оказалось на территории соседней страны – Канады. В особенностях местной географии не мудрено запутаться. Попасть на канадский островок Кампобелло можно только по мосту из США. За покупками жители острова ездят в Америку. А американские туристы пересекают границу, чтобы посмотреть на летний коттедж президента Франклина Делано Рузвельта и на маяк East Quoddy Head, который во время прилива оказывается на отдельном острове. На американской стороне, в городе Любек, находится его знаменитый брат-близнец. Это самая восточная точка в США – маяк West Quoddy Head в штате Мэн. Он первым в Америке встречает рассвет. Жизнь жителей штата неразрывно связана с водой. Поскольку побережье Мэна частенько покрыто туманом, на помощь мореходам приходят маяки. В Мэне их 67. Некоторые используют не только мощные лампы, но и береговые сирены. And it's still an operational light.
Это все еще действующий маяк, он работает 24 часа в сутки. Это мигающий огонь, линза Френеля 1857 года. Она была сделана в Париже, во Франции. И этот маяк здесь в основном из-за камней, которые видны отсюда. Хотя сейчас прилив, и они видны не все. Электричество сюда провели в 1937 году. До этого в маяке горели китовый жир, свиное сало и керосин. Это лампа мощностью в 1000 ватт. В ясную погоду свет этого маяка виден на расстоянии 30 километров. Последний смотритель маяка жил здесь до 1988 года. С тех пор, как маяк был полностью автоматизирован, его обслуживает береговая охрана и волонтеры вроде Ларри Конрада. У каждого мигающего маяка есть свой сигнал. Этот включается на 2 секунды, выключается на 2 секунды, включается на 2 секунды и выключается на 9 секунд. Каждый мигающий огонь – уникальная комбинация, как почтовый индекс. И если на корабле следят за вспышками и засекают время между ними, они могут определить, где находятся, и сказать: «А, это West Cody Head. Вот мы здесь». Береговая сирена не звучит сейчас постоянно во время тумана, как раньше, и местные жители скучают по этому звуку. В ресторанах штата Мэн учитывают, что, может быть, вы никогда в жизни не ели лобстера, поэтому к инструментам для его разделки прилагаются специальные пошаговые инструкции. Ну, естественно, передничек, потому что разделка лобстера – дело хлопотное и малоопрятное. Впрочем, ловить лобстеров – дело тоже непростое. Почти 90% американских лобстеров добывают в штате Мэн – 20 тысяч тонн в год. Вот это знаменитый мэнский лобстер! Холодная чистая вода у побережья штата – это то, что больше всего нравится этим десятиногим ракообразным. Лобстеры тут повсюду, от миниатюрных закусочных на берегу до вот таких монстров. Иногда в новости даже попадает какое-нибудь чудо вроде редкого, 1/2 миллиона, синего лобстера. 11 лет назад я поймала своего первого синего лобстера и продолжаю искать второго. У нас мужчина тут поймал белого лобстера, альбиноса. Я бы такого испугалась. Вода темная, и белый лобстер смотрелся бы в ловушке как призрак. Ловля лобстеров – один из основных способов заработка в штате. Добывают их по старинке, с помощью ловушек, которые закидывают в море. Даже с современным оборудованием это тяжелая физическая работа. Женщин-лобстерменов пока немного. Капитан Джули Итан ловит лобстеров уже 34 года. Училась она на пилота гражданской авиации. Но тяжелейшая автокатастрофа, после которой она заново училась ходить и говорить, вынудила ее сменить профессию. Когда я начала заниматься ловлей лобстеров, я была кормовым на чужой лодке. Когда я стала выходить в море сама, я просила у одного рыбака его шлюпку, гребла к своим 10 деревянным ловушкам, доставала их все вручную. Ставила наживку, опускала ловушки, а другие рыбаки за мной наблюдали. Вот так я начала рыбачить. От шлюпки к старой моторке и до моей сегодняшней лодки. Вот что тебе нужно сделать. Берись за эту веревку, я возьму за ту веревку. И тяни ее на себя изо всех сил. Готова? Молодец. Окей, теперь поверни другой стороной. Окей, открываем дверцу. Сначала меняем приманку. Теперь надо затянуть эту тесемку. Красота. Закрепляй зеленую тесемку здесь и перекручивай в эту сторону, а потом в ту. На ловле лобстеров можно неплохо заработать, но это тяжелый хлеб и никаких гарантий. Топливо и приманка стоят денег, но одни ловушки оказываются пустыми, на других оказались ненужные пассажиры, а иногда лов приходится отпускать. На крабах денег не заработаешь, нет рынка. Люди покупают их в определенное время года. Кладешь одну руку сюда, другую сюда и наклоняешь, и сталкиваешь с лодки.
Каждому лицензированному ловцу лобстеров разрешено устанавливать до 800 ловушек, которые обозначают буйками, раскрашенными в определенные цвета, вроде личного флага. Получить лицензию непросто. Если ты хочешь получить лицензию, нужно идти к кому-то в помощники. Это значит, что нужно работать на их лодке. И, как правило, это занимает 2-2.5 года, иногда 3. А потом ты попадаешь в список ожидания. В моем регионе этот список относительно короткий, но есть зоны, где лицензию можно ждать 17 лет. Всего у берегов Мэна около 3 миллионов ловушек. Но ловля лобстеров строго регулируется. За слишком маленьких или слишком больших лобстеров, как и за ловлю самок с икрой, можно получить штраф. Это самка без икры. К метке нет, это означает, что ловить ее законно. Теперь проверим, достаточно ли она крупная. Да, она подходит по размеру. Значит, мы перевязываем клешни и оставляем ее. Деревушка Стонингтон на острове Дир-Айл считается первой на поприще добычи лобстера в штате Мэн. Муж Джули тоже рыбак. Перед тем, как поженились, он спросил меня: «Дорогая, хочешь ли ты рыбачить со мной в этом году?» Я подумала, я тогда была в затруднительном положении, а у него была хорошая лодка. Но сказала: «Ни за что! А ты хочешь рыбачить со мной в этом году?» Он ответил: «Ни за что!» Так что у нас у каждого своя лодка. И думаю, это делает наш брак прочнее. Лобстермены зачастую называют лодки в честь жен, дочерей. Чтобы не обидеть никого из родственников, Джули назвала свою лодку «Кошачья дерзость». Я слышала, что женщина на борту – плохая примета. Так что я должна сказать, что я набираюсь мужества, забывая о том, что я женщина, и делаю то, что делают парни. В прошлом году Джули удавалось поймать до 450 килограммов лобстера в день. В этом году 130-180 килограмм уже удача. Но Джули признает, что дело не только в лобстерах. Я должна быть тут, ощущать ветер на моем лице, крик чаек, соленую воду, все это. Даже когда холодно и противно и штормит, это то, кто я. Это не просто работа, и это большая разница. Это свобода и независимость. И когда ты идешь домой, ты вымотана. Но ты знаешь, зачем это. Хороший день тяжелой работы. Я помогаю кормить мир, и это вызывает у меня большое удовлетворение. Мясо лобстера считается деликатесом, и, пожалуй, только в Мэне это фастфуд, еда быстрого приготовления. Тут множество закусочных, где его можно купить в булочке для хот-дога. В этом штате панцирями лобстера удобряли поля, а в колониальные времена мясо лобстера считалось едой для заключенных и слуг. Официальная ягода штата – дикая голубика. Из нее, как положено, делают варенье, всякую выпечку, а здесь она буквально возведена в ранг культа. Мари приехала в Мэн в 1974-м в рамках движения «Возвращение к земле». Здесь встретила своего мужа Делла, вместе с которым они уже более полувека выращивают дикую голубику. 20 лет назад они решили начать продавать ягоды с фермы, и у шоссе номер 1 появилась вот эта гигантская ягода. Семейный проект назвали «Страной дикой голубики». Муж Мари заведует полями, сын готовит варенье, дочь занимается электропроводкой и выпечкой. Главный принцип этого семейного бизнеса – все должно быть сделано из дикой голубики. Мы делаем соус барбекю с дикой голубикой. Это печенье для собак. Эти в форме собак, а эти в форме косточек. Мы выпекаем его здесь, с большим количеством дикой голубики. Эмерсоны называют себя не фермерами, а садоводами, которые лишь помогают голубике, применяя те же методы, которые использовали индейцы, выжигая поля каждый второй год, чтобы уничтожить сорняки. Это настоящие американские ягоды. Один из 4 местных видов в Северной Америке. Они очень-очень маленькие и потрясающе вкусные. Мари мечтает, чтобы поля дикой голубики объявили национальным наследием штата.
В стране дикой голубики в эти дни работают над созданием музея, посвященного ягоде. Если мы сможем добиться признания ягод национальным достоянием, весь мир увидит, какие они особенные. В самом большом городе Мэна, Портленде, живут менее 70 тысяч жителей. Зато в штате более 7 тысяч ферм, и на здешние сельские ярмарки стоит посмотреть. Начиная с 1851 года, в начале октября в Мэне проходит Фрайбургская ярмарка. Даже если вам не нужна овца или лошадь, тут можно купить самобытный сувенир. Или научить детей доить корову на специальном симуляторе. Самая большая сельская ярмарка штата продолжается 8 дней, с целыми горами не очень полезной еды, призовыми животными и различными состязаниями. В одном из популярных турниров лесорубы должны несколькими точными ударами топора на время срубить дерево так, чтобы оно упало прямо на тыкву. Некоторые мероприятия заставляют невольно задуматься, какие жизненные события легли в их основу. Например, женские состязания по метанию чугунной сковородки. Я обнаружила, что многие женщины просто очень хотят швырнуть сковородку. Те, кто делает это в первый раз, всегда стесняются, сомневаются, могут ли они просто выйти и швырнуть сковородку. Я им предлагаю представить кого-то, на кого они очень злы, и просто бросить сковородку. На первый взгляд может показаться, что швырнуть сковородку весом 2,5 килограмма как можно дальше от себя по прямой линии – довольно простая задача. При условии, что вас не дисквалифицировали за пересечение стартовой черты. Хорошо, Наташа. Видишь, это было несложно. Моя сковородка улетела всего на 8 метров. У рекордсмена, где дистанция была в 4 раза длиннее. Самая большая группа участниц – женщины среднего возраста. И на эту тему публика и судьи отпускают немало шуток. Самая возрастная участница – 83-летняя Нэнси Киркси, туристка из штата Орегон. В своей категории она заняла 4-е место. Я выросла во время войны. У моего отца была молочная ферма с 12 коровами. Я ему помогала. Я терпеть не могла мыть грязные бутылки, поэтому я крутила отделитель сыворотки и наработала сильные плечевые мышцы. У мужчин свое состязание – по метанию наковальни. Организаторы соревнований убеждены, что никакого сексизма тут нет. Мы придумали для мужчин более тяжелый снаряд, чтобы для них это было более интересно. Если мужчина выйдет швырять 2-килограммовую сковородку, она улетит отсюда до самой деревни. Не меньше интереса публики вызывает состязание тягловых валов. Нужно протащить груз 6 футов, чтобы выйти на следующий уровень. У вас есть 3 попытки и 5 минут на то, чтобы это сделать. Причем между двумя линиями. Если переступил через черту, это считается нарушением и не засчитывается. Зрелище может вызвать вопросы у защитников прав животных, но погонщики валов убеждены, что их подопечные не страдают. У них очень толстая кожа, им не больно. Это скорее для того, чтобы направлять их. Это как удила и вожжи у лошадей. В наши дни в Мэне валов практически не используют для вспахивания земли с плугом. Их тренируют для участия вот в таких соревнованиях. Состязания начались в штатах Новой Англии в середине 19 века. Организаторы утверждают, что молодежь не теряет интереса к этой традиции. Зак Бертолик, фермер из Род-Айленда, погонщик валов в третьем поколении. На ярмарках я лет с 8-9, но дома я стал этим заниматься, как только научился говорить и ходить. Тренировать животных начинают в возрасте нескольких месяцев. К 2 годам их уже возят по ярмаркам. Бродин Брилот занялся тренировкой валов в 12 лет. Сейчас ему 14, и в этом году он уже успел побывать на дюжине сельских ярмарок. Это мои малыши, Бургер и Хот-Рот. Им примерно по полгода. Эти еще не участвуют в состязаниях, они слишком молоды, но у меня есть другая пара. Они в амбаре, с теми я получил несколько голубых ленточек в этом году. Мне это нравится, потому что это отличное развлечение для людей, и на этом можно заработать. Пара валов стоит от 2 до 5000 долларов, в разы дешевле лошадей, и они могут участвовать в состязаниях 10-14 лет. Туристы иногда жалуются на то, что многие американские городки построены как по шаблону. Едешь, и везде одинаковые торговые центры, одинаковые парковки, одинаковые рестораны быстрой еды.
штате Мэн встречаются любопытные аномалии. В городке Фрипорт даже Макдональдсу пришлось разместиться в доме, построенном в 1850 году. А некоторые местные заведения бывают настолько уникальными, что с трудом поддаются классификации. Джемы и конфитюры нервозной Нелли – это островок буйного полета фантазии художника, который существует благодаря продаже домашнего варенья. Рыцари при дворе короля Артура не смущают соседство головорезов Дикого Запада. Обитатели этого мирка живут полной жизнью. Играют на музыкальных инструментах, ездят на охоту, бьются с драконами. Правда, в данном случае дело закончилось победой дракона. Иногда посетитель серьезно задумывается, что же хотел сказать художник, например, этой скульптурой с выплывающей на конвейере уткой. Многое здесь с местной свалки. Что-то я покупаю в антикварных лавках, что-то люди мне отдают. На участок Питера на острове Дир-Айл привозят целые горы старья. Людям кажется, что я могу сотворить искусство из чего угодно, что совершенно неверно. Я могу творить искусство только из того, что меня вдохновляет. А список вещей, которые меня вдохновляют, не обновлялся с тех пор, как мне было 13 лет. Питер вырос в пригороде Филадельфии. В колледже решил изучать искусство, чтобы, цитата, было минимум правил. Не сумев устроиться преподавателем, Питер переехал в Мэн, где его родители купили участок земли с малиной. Так появился семейный бизнес – джемы и конфитюры нервной Нелли. Это американская идиома. Нервной Нелли называют того, кто нервничает больше, чем следует. Мне кажется, я позаимствовал ее у Линдона Джонсона. Я слушал его речи в то время, когда он был президентом. Скоро к малине добавилась голубика. Сейчас на участке варят и продают варенье 15 разных вкусов. Самое экзотическое, что мне удалось придумать, это варенье с острым перцем и острую приправу с помидорами. На самом деле, это традиционные новоанглийские рецепты, которые я нашел в книгах в библиотеке. Продажа варенья позволила Питеру вернуться к занятию искусством. Нервная Нелли стала героиней комиксов, а на участке начал расти городок Нелливиль. Поначалу люди не оценили задумку Питера. И только когда он начал строить городок в стиле Дикого Запада, в Нелливиль потянулись туристы. Я сконструировал тюрьму, домик юриста и гадалки. Место закончилось, но все хотели, чтобы я построил церковь. И я построил церковь в лесу. Питер считает, что ему на редкость повезло. В отличие от художников, которые отдают свои работы в галереи, он может наблюдать за реакцией зрителей на свои работы. Если бы я был в Нью-Йорке, я бы слишком волновался по поводу того, что подумают критики, и что такие вещи могут им не понравиться. Я смог заниматься тем, что меня интересовало, и это дало мне свободу. Трудно жить среди такой красоты и не начать что-нибудь творить. Мэн знаменит своими художниками и писателями. В городке Бангор живет и творит король ужасов Стивен Кинг, который использовал в качестве вдохновения местное кладбище, библиотеку и даже канализационные люки. А вот здесь, на острове Манига, много лет жил и творил художник Роквелл Кент с его знаменитыми морскими пейзажами. Обломки буксира, потерпевшего крушение в 1948-м, все еще на месте, как и красный дом на камнях Джереми Уайта. Каролин Мразок, у которой с мужем здесь летний дом, не удивляется тому, что все новое поколение художников продолжают приезжать на остров. Здесь действительно происходит что-то волшебное со светом, и это изумительно, от этого никогда не устаешь. До острова в 17 километрах от побережья можно доплыть на пароме, который перевозит почту и пассажиров из Порт-Клайд. Остров Маниган, менее 3 километров в длину и менее 2 в ширину, выглядит практически так же, как и 100 лет назад. И местные жители надеются, что когда в 2114 году придет время открывать зарытую дороги капсулу времени, все будет выглядеть точно так же. Тут нет асфальтированных дорог. Пикапы разрешено иметь лишь владельцам бизнесов. Более половины острова отведена под заповедник. Основать его помог сын Томаса Эдисона. Здесь все появилось позже. Электричество и телефонная связь. Мобильная связь до сих пор работает с перебоями. В летний сезон тут живут сотни человек. На зиму остаются несколько десятков. Поэтому местные гостиницы и рестораны открыты для посетителей только летом. Я так счастлива быть островитянкой. Я люблю годовой цикл, когда население Манигана увеличивается от менее сотни человек зимой до более 1000 летом. Так приятно после спокойной зимы снова видеть летом все эти лица, а осенью опять ждать затишья. Этот цикл кажется мне идеальным образом жизни.
Мэн был первым штатом, где в 1851 году утвердили сухой закон. Его отменили 5 лет спустя. Сегодня штат является вторым после Вермонта по числу крафтовых пивоварен на душу населения. Началось все как обычно с лобстеров. Мэтт Вебер приехал на остров после окончания школы. Знакомый позвал его на рыбалку. Ему понравилось, и он остался. По интернету Мэтт познакомился с Мэри, которая после переезда к мужу на остров пыталась продолжить карьеру учительницы в местной школе, где учатся менее десятка детей, но в итоге занялась производством пива. Я не представляла, что это будет моей работой. Но опыт был интригующий. Начать что-то делать, затем разобраться в этом и только потом осознать, насколько мне это нравится. Лодка Мэтта Вебера называется Seldom Seen. Тот, кого редко видят. 8 месяцев в году он ловит лобстеров. А еще он управляет водяной компанией Манигана и по совместительству является островным констеблем. Полицейского участка тут нет. Его заменяет фанерная будка с телефоном. Если кто-то из летних работников устраивает большую вечеринку со спиртным, становится громко, люди начинают дебоширить, я иду и всех разгоняю. Но это происходит редко. Здесь очень хорошие люди. Все очень разные, и это здорово. Мы принимаем самых разных людей, а это не везде встречается. Я всегда с нетерпением жду, что будет дальше. В этом месяце я весь ушел в добычу лобстеров. Я просто счастлив. Через несколько месяцев, когда станет холодно и ветрено, и море будет штормить, придет время отдыха на диване или путешествий. 1 апреля я опять буду здесь, чтобы начать весеннюю добычу лобстеров, возобновить деятельность водной компании. В это же время люди начинают возвращаться сюда к летнему сезону, а в пивоварне жизнь начинает бить ключом. Здесь всегда что-то происходит. Мэн – один из самых малонаселенных штатов Америки. Всего 1 300 000 человек. 95% населения – белые. Но тут жили несколько известных борцов за права чернокожих в США. В этом доме в городке Брунсвик Гарриет Бичер Стоун написала в 1852 году свой знаменитый роман «Хижина дяди Тома». Первое издание романа насчитывало всего 5000 экземпляров, но они были распроданы за 2 дня. Книга была издана незадолго до Гражданской войны. По некоторым оценкам, резонансный роман обострил и без того напряженные отношения между Севером и Югом. И хотя ни одна из битв Гражданской войны в США не проходила на территории Мэна, в ней участвовали 70 тысяч местных жителей, 7 тысяч из них погибли. В Мэне множество старых кладбищ. На некоторых встречаются неожиданные находки. Городок Ричмонд, расположенный южнее столицы штата, в 50-х годах прошлого века заговорил по-русски, приютив около 500 русскоязычных эмигрантов. Те, кто бежал еще от революции, а позднее от войны. В этом городе тогда были ресторан, пекарня и 3 церкви. Инициатором расселения русскоязычных эмигрантов в Ричмонде был барон Владимир Кун фон Пушенталь, который служил еще в царской армии. Он увидел в портовом городке, пострадавшем от экономической разрухи в годы Великой депрессии, новый шанс для русских эмигрантов. Сейчас в городе уже нет русского магазина, русского ресторана. Есть русские имена на кладбище. Практически половина штата не заселена, что превращает Мэн в идеальное место для натуралиста. Тут живут более 35 тысяч медведей и около 70 тысяч лосей. Но некоторым встречаются и более редкие существа, например, Бигфут. В Портленде есть Международный музей криптозоологии, посвященный изучению криптидов, всяких таинственных существ, непризнанных наукой, вроде йети, чупакабры и лохнесского чудовища. В музее собраны более 10 тысяч экспонатов, модели, снимки, шерсть, экскременты и слепки следов снежного человека. У нас есть более 300 слепков. Для посетителей выставлена лишь небольшая часть. Обычно мы меняем экспонаты каждый квартал. В музее можно полюбоваться на модели существ, которые были явной фикцией, вроде жутковатого вида русалки, покрытой шерстью рыбы или рогатого зайца. Но Бигфут тут явно относится к другой категории. Есть Бигфут, есть йети, есть скунсовая обезьяна, есть алма, это дикий человек, волосатый дикий человек. И по всему земному шару на протяжении столетий люди рассказывают, что видели дикого волосатого человека. Джефф Мьюз много лет участвует в поисковых экспедициях.
Наблюдение Бигфута в Мэне – обычное дело. Проблема в том, что обычно люди приходят и говорят: «Я ехал на машине и по левой стороне дороги видел что-то». Потому что если они скажут, что видели Бигфута, их могут высмеять. Скептикам при этом предлагается таблица, чтобы трезво оценить, кого они реально могли видеть, если им показалось, что они увидели в лесу чупакабру. Чудища здесь встречаются не только в музеях. На стене постоялого двора Seaside Inn висит картина, посвященная знаменательному событию. В 1830 году один из местных жителей вступил в битву с морским змеем. Тут была история про то, как один из гучей, тогда все охотились на морского змея, один из гучей выстрелил в него, и кто-то это нарисовал. Может, он все еще там. Уже девятое поколение семьи Гуч привечает постояльцев Seaside Inn, прибрежного трактира, еще со времен, когда Мэн был частью штата Массачусетс. Это одна из самых старых семейных компаний в США. Постоялый двор в устье реки Кеннебанк появился примерно в 1667 году. Триш Мейсон – жительница Мэна в 12-м поколении. Когда родители Триш собрались на пенсию и попросили ее продолжить семейную традицию, в 1997-м она вместе с мужем Кеном, бывшим офицером береговой охраны, вернулась в Кеннебанкпорт. Я здесь выросла и привыкла к тому, что по выходным и праздникам мы заняты больше всего, и мне с этим вполне комфортно. Для меня нормально знать, что рождественским утром мы работаем, потому что у всех остальных выходной. Кену пришлось привыкать, у него были более традиционные праздники и выходные. На военной службе я командовал, поэтому у меня не было сомнений, что я могу управлять этой недвижимостью. Но казалось сложнее. В армии я отдавал приказы, и их исполняли. А здесь нужно искать подход к людям. Пришлось привыкать к тому, что вместо команд нужно искать решения, чтобы люди сами захотели с тобой работать. Всего 15 лет назад вся бухгалтерия прибрежного трактира велась на бумаге. Интернет открыл для маленькой гостиницы целый мир. У нас есть флаги 30 разных стран. Когда люди приезжают, мы вывешиваем их снаружи, чтобы люди почувствовали себя дома. Многие постояльцы приезжают сюда много лет подряд. Раньше люди оставались на целый месяц. С годами отпуск становился все короче и короче. Сейчас у людей есть 10 дней отпуска в году, но за эти 10 дней они хотят увидеть все. Так что здесь они остаются всего на пару дней. Протяженность береговой линии штата Мэн более 5600 километров, не считая более 3000 островов. Начиная с войны за независимость Британии, в Мэне ожидали атаки именно с моря. Поэтому по всей береговой линии и на островах были построены форты. Некоторые военные укрепления замечательно сохранились, например, Форт Нокс. Но попадаются и заброшенные постройки, а такие художественные катакомбы. Вот это, например, то, что осталось от Battery Steel, военных укреплений, которые находятся в 20 минутах на пароме от Портленда, на острове Пикс Айленд. В отличие от многих заброшенных построек на территории США, вход сюда не запрещен, но в дождливую погоду желательно приходить в непромокаемой обуви. Нет, это просто система подземных бункеров с несколькими входами. Один из входов идет с болота. На самом деле это достаточно жутковато, но очень интересно. Ну, кстати, надписи достаточно стандартные. «Иди ты к черту, Дженнифер». Панк крут. В разгар Второй мировой войны на острове было 58 военных сооружений, от наблюдательных башен до командных постов и бункеров. Некоторые из них превратились в жилые дома, а вот этот замаскированный растительностью комплекс на берегу океана стал чем-то вроде неухоженного памятника военных лет. Какое-то время эту заброшенную структуру использовали для проведения ежегодного фестиваля художников-неформалов. Следы этого фестиваля до сих пор видны здесь на стенах. Вот тут, например, написано: «Каждый свободен мазаться солнцезащитным кремом». Фридрих Ницше. О, а это свет в конце туннеля.
Помимо стандартных граффити, здесь встречаются и более изощренные произведения искусства. Вот это, например, явная пародия на герб штата Мэн. Фигуры моряка и фермера, два основных источника дохода этого штата, полярная звезда, но вместо лозунга на латыни «Дириго» – «Я веду» тут написано «Деревенские полутона». В наши дни у Мэна появился новый лозунг. «Жизнь такая, какой она должна быть». Жизнь здесь зимой не такая, как в других местах. Я делаю покупки один раз на целый год. У нас 5 морозильных камер. К концу осени, когда я заканчиваю рыболовный сезон, наши морозильные камеры заполнены. Все консервы, а я занимаюсь консервированием, готовы. Все оборудование убрано на зиму. Я покупаю яйца, молоко, то, что портится, но в остальном мы готовы. Мы платим счета на год вперед, чтобы не переживать зимой, что ты сидишь без работы. Мы впадаем в спячку. Приходят друзья, мы играем в карты, настольные игры, участвуем в коммунальных обедах. Это очень тесная община. Если в этом году рыбалка была удачной, мы можем поехать путешествовать. Счета оплачены, морозильные камеры полны, и мы можем поехать. Если год был более сложным, у нас нет денег на путешествие, тогда мы остаемся здесь и можем поехать на машине в воскресенье вместе. Не знаю точно, где мы окажемся, но мы будем вместе. Лозунг штата Мэн – «Жизнь такая, какой она должна быть» – много для меня значит. Мой отец был недоволен моим жизненным выбором. Он приехал навестить меня, и в последний раз, когда мы встретились, это было до того, как придумали этот лозунг. Садясь на самолет, он сказал: «Я с этим не согласен, но должен сказать, что ты встаешь рано, ложишься рано, тяжело работаешь. Это то, какой должна быть жизнь».